Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Сейчас я нахожусь на стенде компании Profi Power. И сейчас представитель компании расскажет о новинках текущего года. Новиночка в следующем году появится у нас на складе. Зарядное устройство под 4 аккумулятора. То есть можно поставить сюда как 2-амперные, 4, так и 6-амперные аккумуляторы. Будет заряжать сразу все 4. Также новиночка на следующий год – аккумуляторный пылесос. Аккумулятор вставляется сверху, любой можно поставить, также 2-4-6 ампер-часов. Можно его как на обсасывание, так и на обдув. С другой стороны шланг ставите, будет выдуваться. Двигатель и щеточный? У нас практически весь инструмент бесщеточный, кроме некоторых моделей, я о них расскажу на том стенде. Также по новинкам. Будут ранцевые аккумуляторы, будет все под цвет серый, это просто пока образцы. Вот этот на 24 ампер-часа будет, у него будет в комплекте переходник, вот такой. Для чего он нужен? Если вы косите, можете его одеть, нам надолго хватит аккумулятора. Если вам нужно что-то сделать другое, вот захотели вы распилить что-то, вы просто поменяли инструмент, и все будет работать, если его зарядить. Его уже посадили, к сожалению. То есть любой аккумулятор, болгарку, инструмент, реноватор, лобзик, что угодно поставили, все сразу будет работать. То есть такая переносная ранцевый аккумулятор. Теперь по нашей всей линейке. Линейка гайковертов от 330 ньютонов на метр до 2000 ньютонов на метр. Все идут в комплекте с аккумулятором 4 ампер-часа по 2 аккумулятора, кроме 2000-ных. На 2000 ньютонов будет в комплекте 1,6 ньютонов на метр. Также есть в ассортименте угловой. Чем удобен? Тем, что маленький редуктор, удобно в сервисах подлезть куда-то в труднодоступные места. Самая популярная модель, очень хорошо разбирают, это на 900 ньютонов. Он по весу не такой тяжелый, 900 ньютонов достаточно, чтобы открутить колеса у джипа. Дальше линеечка. Пойдет новая со следующего года. Это вот это серое с красным. Это шуруповерт и винтоверт. Чуть выше это винтоверты, которые есть в ассортименте, уже давно продаются. Вот эти шуруповерты берут для рыбалки. Здесь 80 ньютонов на метр. Чуть дальше мы увидим, как это выглядит с буром. Тестировали на полном заряде 4 амперных часа, мы сможем пробурить больше 20 лунок. Опять же, в зависимости от бура и в зависимости от толщины льда. Это те же самые винтоверты, что и выше, просто мы их чуть распределили. Очень интересная модель, это вот такой шуруповерт 2 в одном. У него съемный патрон. То есть можно посверлить сверлом, снять патрон, и получится винтовер. То есть под биту. Очень удобно, если кто-то что-то сверлит, потом нужно закрутить отверстия какие-то. Шуруповерты мы такие смотрели, и такие же появятся 16-вольтовые винтоверты. Одна будет единая платформа под аккумулятор. То есть вот эта наша линейка, вся серая, на одной единой платформе. Можно снять любой аккумулятор 2 ампер-часа, поставить на любой другой инструмент, все будет работать. Берем 4, снимаем ампер-часа и снимаем двушечку. Сняли четверку, поставили двушку, все работает. Одна единая платформа. Пилы, мини аккумуляторные пилы будут трех видов, с 4-дюймовой шиной, с 6-дюймовой шиной и с 12-дюймовой шиной. Все будет на аккумуляторе.
Вот, то, что мы говорили, с 4-дюймовой шины они идут щеточные. Остальные идут бесщеточные. А удлинитель есть? Их можно поменять. Отдельно продаются шины и цепи, и можно на четверку поставить шину шестую. Я имею в виду удлинитель штанга для работы нет, на высоте. Нет. Это больше там отпилить доску, отпилить сучки какие-то. Вот здесь сейчас будут сучкорезы, секаторы. На экране будет показано количество резов, сколько вы сделали. И вот такая будет новиночка в следующем году. Это секатор для резки пластиковых труб полипропилена. В следующем году также появится триммер аккумуляторный с раздвижной штангой, с диском. Также можно будет поставить туда катушку. Угол регулируется вверх-вниз, то есть под любого человека, как удобно, можно поставить. Дальше идут реноваторы. Все знают, что это такое. В комплекте у нас с аккумуляторами, с зарядниками, но без оснастки. Оснастка подходит от любого другого производителя. Рядом у ШМ-ки 125-й круг. Она у нас одного вида, только на 125-й круг. Лобзики. Новинка будет рубанки. И перфораторы уже у нас давно в продаже есть. Сверху два вида лазерных уровней. Один 12-лучевой, другой 16-лучевой. Очень популярный, на самом деле, 16-лучевой. Единственное, что они продаются без штанги, но отдельно у нас в продаже есть штанга под 1,20 м и 1,5 м. Штатив. Новинка этого года – это паяльник для пластиковых труб. Замеряли порядка часа на одном аккумуляторе. Он может проработать в интенсивной работе. При интенсивной работе, то есть паяли все время трубы. Вот как раз образец под бур. То есть бур — это отдельно. Мы просто приобрели для того, чтобы людям показать, что он используется для рыбалки. Фрезер один вид. В следующем году он обновится. В комплектацию добавятся три вида штанг. Цанг. Фонари. Двухрежимные фонари. Один режим включает нижнюю подсветку, второй режим включает общую подсветку. И плюс у него сзади два зарядка под USB. Можно заряжать телефоны. Циркулярные пилы, один вид. И вентилятор. У нас два вида вентиляторов. Это обычный простой, у него два режима. Также у него USB зарядки. Угол наклона меняет. И есть еще один аккумулятор, вентилятор на другом стенде. Чем отличается? Этот черный, он обычный, простой, у него нет регулировки скорости. И он только от аккумулятора. Продается он как тушка без АКБшки и зарядки. Вот этот уже более такой посовременней. Он, во-первых, работает как от аккумулятора, так и от сети. Сюда можно вставить аккумулятор. Здесь есть вход под сеть. И есть регулировка оборотов. То есть можно включить так, как тебе удобно, чтобы дуло. Также регулировка вверх-вниз. Затяжка. В следующем году появится вот такой гайковерт на 2300 ньютонов. Его преимущество будет тем, что у него есть электронное табло с регулировкой оборотов. То есть можно поставить на самую мощную 2300 и работать с ним. Откручивать то, что нам нужно. Мы его поставим до зарядника. И появится вот такой на 4000 ньютонов с двумя аккумуляторами по бокам. Ждем эту новиночку. Из новинок
появится шуруповерт в продаже, у нас такой есть. Просто будет как отдельно продаваться шуруповерт, так и с набором оснастки. То есть сверла, биты, ножик, рулеточка. И много, долго люди ждали, появятся наконец-то наборы. Было в свое время два набора. Это гайковерт и УШМ-ка. Был набор 3 в 1, УШМ-ка, перфоратор и гайковерт. И появится новый набор 4 в 1. То есть практически все есть. Шуруповерт, гайковерт, перфоратор, УШМ-ка. Еще люди просят, чтобы был в набор входил лобзик. Это сейчас на рассмотрение. Я думаю, что в ближайшее время появится. А самый популярный вопрос – совместимость с другими брендами аккумуляторов? Вообще, это единая платформа макитовская, серия МК. Мы тестировали, аккумуляторы подходят как под Makita, так и под бренд Штурм, который рядышком как раз стоит. То есть у меня клиенты, которые прямо брали наш аккумулятор, ставили на инструмент Makita, на Штурм, и все это работало. В следующем году появятся два вида генераторов. Это как аккумуляторные генераторы 1000 кВт и 650 кВт. Только что тестировали, да, вот уже один подключен. То есть вилка под 220 вольт, две штуки, на том 3 штуки. Мы включаем и работаем. На датчике показано... мощность на выходе. Это новинки следующего года. Также появится новинка для автомобилистов. Выглядит она вот так. Будет... Компрессор под накачку шин, будет два USB-порта, два фонаря с этой стороны и с этой стороны фонарик. Все будет, скорее всего, не в черном цвете, а в сером, в нашем собственном. Также под одну розеточку будет. Какая мощность? Пока мы, честно, не знаем. Почему? Потому что это новинка, и мы ее увидели только 2 дня назад. То есть про эти я сказал, что 1650, потому что я видел коробку и посмотрел.